Алексей Константинович родился 2 июня 1986 года. В 2003 году окончил среднюю образовательную школу номер 34 города Белгорода. 29 сентября 2022 года заключил контракт для прохождения военной службы в составе войсковой части 13-985. Бессарабенко Алексей Константинович погиб 17 ноября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Был награжден орденом мужества посмертно. Вчера мы открывали мемориальную доску Дмитрию Лучининову, сегодня Алексею Бессарабенко. Награждены орденами мужества. Оба совершили подвиги на СВО. Когда читаешь об их подвигах, понимаешь, что ты читаешь то же самое, что было в Отечественную войну, когда люди отдавали свои жизни для того, чтобы это не повторилось. Вечная память героям. Он был в разведке, и когда они группой выдвинулись, они нарвались на ДРГ, на диверсионную группу. И ценой жизни он спас своих сослуживцев и уничтожил ДРГ. Он всегда стоял за своих друзей, за своих близких. Пытался, чтобы во всем была честность. Те ребята, молодые, взрослые, кто ушел добровольцем, кто ушел по призыву защищать интересы нашей страны в СВО, они защищают не просто интересы страны, они защищают нас с вами. И я призываю всех вас помнить об этом подвиге, помнить о подвиге Алексея Константиновича. В память об Алексее Константиновиче Бессарабенко объявляется минута молчания.